Трагедия, произошедшая этой ночью в Париже, потрясла весь мир. Скорбят по погибшим в терактах и в Германии. На правительственных зданиях приспущены флаги, а к французскому посольству каждую минуту приходят все больше и больше людей. Побывала там и наш корреспондент Шолпан Нейманбаева. К зданию посольства Франции в Германии просто не пробраться. С цветами, флагами и свечками в руках сюда с самого утра приходят граждане, которые скорбят по погибшим в терактах. Они пришли помолиться за тех, кого не стало прошлым вечером. Многие просто не могут сдержать слез. Это ужасно. Погибли невинные люди. Я просто не могла не прийти сегодня сюда. Я выражаю соболезнования родным и близким погибших. Мы с ними. Я принес цветы, я тронут случившимся. Причина этого теракта понятна. Это может произойти в любом городе и стране. И это самое страшное. Я не могу больше говорить. Я честно, для меня это было как шок. Я футбол смотрел между Францией и Германией. И вдруг слышим такое, что... Я никак не мог. Думал, первым делом завтра встану и подойду к посольству с цветочками. Выразил соболезнования и президент ФРГ буквально несколько минут назад. Яхим Гаук приехал во французское посольство в Берлине, где встретился с послом Франции. Специальную пресс-конференцию провела и канцлер Германии Ангела Меркель. Она сказала, цитата, «Германия с вами, с вашей болью и скорбью. Это нападение на свободу. Оно направлено не только против Парижа, но и против всех нас». Конец цитаты. Также канцлер заявила, что Германия и Франция будут вместе бороться с теми, кто совершил теракты. И сегодня же стало известно, что немецкая полиция задержала возможного сообщника террористов, которые совершили теракты в столице Франции. Неделю назад 51-летний мужчина ехал в Париж, но на автобане А8 недалеко от города Розенхайм был задержан. Известно, что он гражданин Черногории. В его машине были найдены автоматы Калашникова, взрывчатка и гранаты. Причастен ли задержанных в серии терактов в Париже, выясняется. Шолпан Нейманбаева, Милослав Лавриновский, 24 KZ, Германия.